Рост цен на продукты харчевання і ліки поскорився. Насельництво третій місяць набиває рекордні об'єми валюти, а у листопаді упав дружественний експорт. Так що відбувається і як це адаб'ється на наших з вами гаманцах? Гэта програма «Чалы економіка». З вами, власне, Сергій Чалы. І Ольга Лойко. Вітаем. Добрий день. Инфляцию успешно победили. Ну, а дальше то, что она потом победит снова, это уже другой вопрос. Экономика, прямо скажем, ну, ведет себя очень несознательно, да, то есть не могла потерпеть еще год. Все эти успехи, это успехи начала, ну, или первой половины этого года. То есть вторая половина – это уже торможение и проседание. Грубо говоря, вот двигатель глохнет, да, и нужно каждый раз вот вставлять рукоятку, значит, и толкача его запускать. Это даже не повторение ошибок прошлого. Это попытка повторить их в еще больших масштабах. И, сдается, это еще не все проблемы белорусской экономики. Ну да, как-то слишком много таких тревожных звонков в последние месяцы идет. Про валютный рынок мы говорили, там тенденция уже довольно длинная. Ну, в наших как бы условиях 3 месяца это уже тенденция. Вот там население нетто-покупателей давно такого не было. Ну и плюс, кстати, оживляется валютный рынок, то есть там действительно рекордные объемы покупки. Понятно, там растет и продажи, но как бы за месяц больше миллиарда долларов, я скажу, это ощутимо. И это мы еще в декабре не видели. Вот, инфляция, которая как раз, ну, на самом деле, тоже совершенно ожидаемая штука. Где-то только последние 3 месяца заголовочная инфляция растет, то цены на регулируемые услуги с конца лета. По сути дела, инфляцию они делают своими же собственными руками. Равно как они ее подавляли, равно так же они ее и, значит, разгоняют. Вот, потому что, ну, ситуация с лекарствами, которые выросли на там 14, 15, 13% там, и так далее, ну, в общем, как бы это темпы 3,5 раза темпы роста цен на лекарства в 3,5 раза больше, чем в 2022 году, в котором этого ценового регулирования, ну, было всего с октября, то есть всего 3 месяца. Значит, по поводу инфляции, которая у нас же запланирована на 6%, по источникам, не заслуживающим никакого доверия, идут разговоры о том, что Нацбанк активно выкручивает руки, значит, с тем, чтобы они взяли на себя в данном случае пониженное, хотел сказать, повышенное, пониженное обязательство, чтобы инфляция была в 3%. Ну, это зрозумело, выборчий год. Это к вопросу о том, что, о чем мы говорили, что главное содержание этого года – это будет противоречие между экономическими целями и политическими целями. Вот, и экономика, прямо скажем, ну, ведет себя очень несознательно, да, то есть не могла потерпеть еще год, потому что как-то рано вот начинают проявляться какие-то негативные тенденции. Но удивительным образом, несмотря на там стабильность, несмотря на управляемость и там несменяемость власти, да, тем не менее страна, значит, экономически все время живет вот этими избирательными циклами. Это давным-давно отмечалось. Это было очень четко видно, эти все всплески разгона реальных доходов населения, потом падение их, значит, после выборов. Но последние электоральные циклы, они же такие интересные, что каждый раз экономика почему-то не дотягивает вот до финишной черты, да. То есть если раньше как-то, ну, нормально было, да, ну, то есть выборы там 2010 года. Ну, выборы 2010 года прошли, а после нас хоть потоп, и оно, в общем, так и случилось, да, буквально через 3 месяца. Но все последующие случаи, 2015 год уже кризисный, 2020, ну, там, значит, тоже, в общем, все понятно. А здесь еще больше года, но уже тоже начинаются какие-то вещи. Уже сейчас вовсю говорят, вот выходил свежий декабрьский мониторинг Евразийского банка развития, где они давали прогноз. Ну, там, на самом деле, там всем странам замедление экономического роста. Беларуси, они это прямо говорят, что это, в общем, в переводе на русский язык, это отходняк от вот этого, значит, фестиваля, который вы устроили в 23-м, то есть там падение к одному или даже ниже проценту год к году. Они говорят, ну, что мы уже даже видим механизмы, которые к этому приведут, потому что динамика кредитов реальному сектору резко упала по сравнению с тем, что она была весь год. Вот буквально уже ноябрьские данные, это сильное падение. Ну и внешняя торговля. У нас же в ноябре уже отрицательное внешнеторговое сальдо. Причем и товарами, и вместе с услугами. Это вот то, о чем мы говорили. При каких-то удивительных совершенно показателях, там плюс 30, там, плюс 40% у нас в физическом выражении, значит, нарастили экспорт, смотришь данные год к году, плюс 4,5%.
Ну, то есть исчезающая малая величина. Импорт плюс 15. А если смотреть в глубину, то там же тоже, в общем, как бы все не есть хорошо. При всех этих разговорах о том, как у нас на 30% вырос экспорт у нашей машиностроения, грузовиков, там, самосвалов и так далее, там, МАЗов в Россию, то если внимательно смотреть, там есть два момента. Один, про который мы говорили, что на самом-то деле рынок в России вырос еще больше, на 60%, а при этом доля китайских производителей, там просто, ну, это в разы там отдельных есть производителей рост, вот, и доля МАЗа уменьшается при растущем рынке. И важно даже не это, а важно именно, возвращаемся к тому, что экономика как-то слишком рано повела себя несознательно, да, что все эти успехи, это успехи начала, ну, или первой половины этого года. То есть вторая половина – это уже торможение и проседание. При этом Мясникович, значит, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, выступая на церемонии открытия Дней Брестской области на ВДНХ в Москве, ну, ВДНХ – это какая-то особая тема, да, похвастался тем, что только Беларусь имеет положительный торговый сальдо с Российской Федерацией. Я еще раз уточнил у посла, ожидается более 2 миллиардов положительной сальдо. Это интересный феномен, потому что с Россией мы всегда имели отрицательное сальдо. Всегда имели отрицательное сальдо. По одной простой причине. Потому что вся бизнес-модель белорусской экономики была построена по принципу какой? В России сырье берем, перерабатываем, ну, например, нефть, и нефтепродукты продаем в Роттердам, в Голландию, на Запад. Значит, естественно, отрицательное внешнеторговое сальдо с Россией, положительное внешнеторговое сальдо со всем остальным развитым миром. Положительное торговое сальдо – единственная страна, значит, ЕАЭС, которая имеет положительное внешнеторговое сальдо. Что это означает? Это означает, что мы имеем, ну, мы же имеем сейчас отрицательное сальдо, значит, со всеми остальными странами оно еще более отрицательное. То бишь, грубо говоря, Беларусь теперь, какая у нее бизнес-модель? Она во всем остальном мире покупает и даже ничего не перерабатывает. Ну, зачем? Там. И в Россию продает. Уважаемые сетезрители и сетезслушатели, теперь появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с помощью переводов карты на карту и криптовалютой. И помните, экономика – дело всенародное. Але ж урад, здаецца, разумее праблему, вось узяліся за якасць нашага экспарту і не толькі экспарту. Ну, всего, да, год качества, залог успеха, социально-экономического развития страны, так называется материал для членов информационно-пропагандистской группы на январь 2024 года. Это удивительный, на самом деле, документ. Вот к вопросу о научном предвидении, то, о чем я говорил, что правильнее было бы назвать его годом контроля за качеством. И вот тебе, пожалуйста, контроль за качеством производимой продукции, значит, должна стать важной задачей для первичек ФПБ, БРСМ, Беларуси, а общественный контроль за обеспечением качества одним из направлений их деятельности. Ну, то бишь, вот эти вот дружинники, патрули, которые у нас профсоюзы занимались, значит, рейдами по магазинам и отслеживали цены, теперь они продолжат свою работу после того, как инфляцию успешно победили. Ну, а дальше-то ее уже, то, что она потом победит снова, это уже другой вопрос. В общем, много еще полезного, интересного можно придумать, которое, конечно, никакого отношения к тому, чтобы сделать в экономике лучше, не имеет. По поводу того, чтобы сделать в экономике лучше. Министерство экономики предлагает, на самом деле, не экономики. Министерство экономики предлагает поучаствовать в общественном обсуждении проекта, концепции национального стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период 2040 года. Это вот на самом деле такая очень интересная особенность белорусской экономической политики в том смысле, что у нас вообще очень не любят разговоры о среднесрочной перспективе. То есть как бы вот это вот год прожить, год продержаться, и хвастаться этим годом, как будто ну, это что-то вот невероятное. Понятно, что когда у вас идет посткризисное восстановление, вы говорите, о, у нас темп роста выше, чем там, во всем остальном мире. Ну да, потому что, ну как бы, если вы взглянете на, что называется, вот скользящее среднее 10 последних лет, то это 1% экономического роста. Там, собственно, хвастаться нечем. Как-то вы все время и отстаете от этого всего остального мира. Значит, соответственно, про среднесрочную перспективу мало кто говорит, зато в долгосрочную, где либо и шах, либо падишах, то там можно, значит,
Тут уже у нас, значит, как это стало нам рассказывать, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, и за счет чего же будет вот эта вот, значит, концепция стратегии проекта будет развиваться до 2040 года именно экономически. Вот в рамках общественного обсуждения, значит, я сейчас немножко своих комментариев накидаю. Такое ощущение, что это, ну, понятно, это писали разные люди, но, ребята, ну, надо как-то все-таки делать редакторскую работу и сводить это все вместе. Потому что если у вас третья глава, национальная модель долгосрочного устойчивого развития в новой глобальной реальности, странно, что не написали, доказавшая свою эффективность, значит, начинается с того, что Республика Беларусь успешное, самодостаточное, суверенное государство с развитой конкурентоспособной экономикой, где создана уникальная среда для жизни и отдыха, сплоченное, активно предприимчивое общество с равными возможностями, минимальными социальным неравенством, высокотехнологичная инновационная инфраструктура и государственные гарантии делают нашу страну привлекательной для иностранных инвесторов. Это, как я уже сказал, третья глава. А преамбула, первая глава, достигнутый прогресс на пути к устойчивому развитию, не начинается, но там внутри есть. Несмотря на предпринимаемые меры по улучшению инвестиционного климата, по-прежнему низкая остается инвестиционная активность и отдача инвестиций в основной капитал. Доля неокры всего 0,48% в 2022 году, не способствует воспроизводству научно-технологического потенциала, сдерживает инновационное развитие. В глобальном рейтинге инноваций позиция Беларуси ухудшилась до 80-го места, это в 2023 году, против 53-го в 2015. В общем, движемся в противоположном направлении. Доля принципиально новой для мирового рынка белорусской продукции незначительна. Экономика Беларуси по-прежнему базируется преимущественно на технологиях четвертого уклада относительно малых технологий пятого и шестого укладов. На долю низкой и среднетехнологического уровня производства приходится около 60% добавленной стоимости обрабатывающей промышленности. В итоге производительность труда по ППС, опять же, как они любят считать в республике, а потому что не по ППС будет еще ниже по паритету, в 2,5 раза ниже, чем в европейских государствах, и в 1,4 раза ниже, чем в России. Как это все сочетается одновременно? Государство стало более открытым на основе равноправного диалога с бизнес-сообществом. Ну, то есть вот эти вот долговые ямы, значит, это и есть равноправный диалог. Вот. Главным вектором экономического развития выступает точечная модернизация традиционного сектора на новой технологической базе. Ключевой задачей является дальнейшее структурно-технологическое обновление производства, достижение технологической безопасности страны, рост деловой активности посредством совершенствования рыночных инструментов управления экономикой. Ну, мы только что рассказывали о том, что они движутся в сторону госплана. Да, конечно, рыночных инструментов. Повышение эффективности управления государственной собственностью и рост капитализации активов. Вот и про капитализацию я тоже рассказывал. Главный приговор, на самом деле, лукашенковской модели экономической в том, что у нас нет хорошо капитализированных предприятий. Потому что весь бизнес был построен на том, чтобы давайте мы будем эксплуатировать вот эти основные средства до тех пор, пока, ну, то есть, грубо говоря, выкручивать молоко, пока, значит, корова не сдохнет. И амортизация вот, ровно про это я хотел сказать. Который год уже продолжается право не начислять амортизацию. Причем, как они объясняют, для чего все это делается. Причем это 24-й год, 25-й год, ну и уже заранее я могу сказать. Да. Значит, принят правительством для недопущения роста себестоимости продукции и снижения эффективности работы субъектов хозяйственных. Ну, это все так. Просто надо же понимать, что ничего из ничего не возникает. И не начисление амортизации, это же, ну, как бы из любого учебника экономики известно. Есть же баланс у предприятия, а есть отчет о прибылях и убытках. И не начисление амортизации – это такой волшебный трюк, который позволяет ухудшить баланс предприятия и за счет него улучшить отчет о прибылях и убытках. Но, еще раз говорю, это сообщающие сосуды. И проблема именно в том, что вы уменьшаете акционерную, какую угодно, господи, стоимость этого самого предприятия, с тем, чтобы в угоду, как сказать, давайте сделаем вид, что оно по-прежнему работает хорошо. Ну да, если не замещать стареющие основные средства. А потом внезапно выясняется, что ой, как-то износ достиг 70-80%. Ну и дальше, как же они будут вот, значит, из вот этого диагноза страны деградирующей, будут вот совершать этот красивый переход к 40-му году, где, значит, уже расцветают тысячи цветов. Создание высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда. Где-то я это уже слышал. Это 12-й год,
комплексная модернизация белорусской промышленности и создание высокопроизводительных рабочих мест с добавленной стоимостью, сравнимой со среднеевропейской. Экономическая политика государства будет ориентирована на решение следующих задач. Обеспечение перехода промышленного производства на новый технологический уклад, ну, то есть с 4 на 5 и 6, путем инвестиционного маневра в целях ускоренного развития производства, формирующихся в русской экономике, прорывные высокотехнологичные проекты в сфере ответственности государства. Чем это отличается от идеи модернизации 2012 года? Ничем. Ситуация, в которой мы оказались и в которой постоянно нужно вот пришпоривать экономику путем вот этими самыми инвестиционными маневрами, запусками новых инвестиционных цен. Ну, грубо говоря, вот двигатель глохнет, да, и нужно каждый раз вот вставлять рукоятку, значит, и с толкача его запускать. Ну и, наконец, 26-30 годы, это первый этап у них, потому что есть еще 31-40, будет сделан акцент на опережающее развитие производств, обеспечивающих технологический суверенитет и позволяющих нарастить экспорт, то есть технологической продукции, реиндустриализацию. Это то, о чем я говорил. Это уже не модернизация, это индустриализация. Но, ребята, опережающее развитие производств, обеспечивающих технологический суверенитет и позволяющих нарастить экспорт технологической продукции, это разные отрасли. Когда вы не можете купить западное, вы вынуждены делать нечто подобное, там, либо вот как бы китайское переделано, да, как этот самый автомобиль «Москвич» оказался китайским и в два раза дороже. Или как импортозамещающий, что там, вездеход, да, значит, единственное, что было там хорошего, это был иностранный двигатель. Технологическое, ну, то есть, это то же самое импортозамещение, задача импортозамещения противоположна задаче наращивания экспорта высокотехнологичной продукции. То есть, концептуально это документ 2012 года. Как будто не было всего вот негативного опыта от этой самой модернизации. Нет, наверное, не все-таки понимаю. Что-то в модернизации не удалось. Наверное, не удалось то, что она была недостаточно комплексная. Давайте теперь вместо модернизации проведем реиндустриализацию. Классная идея. Но фокус в том, что, еще раз говорю, это даже не повторение ошибок прошлого. Это попытка повторить их в еще больших масштабах. Эффективное распределение финансовых и интеллектуальных ресурсов с учетом приоритетных направлений, которые позволят сформировать производственный контур интеллектуальной экономики с новой индустриальной структурой. Ну, то есть вот конечное идеальное состояние мы нарисовали, начальное, в котором мы деградируем, мы нарисовали. А как мы это делать все будем? Мы это делать все будем методом, значит, который на самом деле к этому состоянию деградирования и привел. Проблема заключается в том, что это как вот в доме повешенного не говорить о веревке. Как людям, которые пишут экономическую стратегию, не замечать слона в комнате? Суть которого заключается в том, что у нас есть один главный фактор экономической неопределенности, неэффективности и так далее, и так далее. Да? Это то, что называется, как Лукашенко сам назвал, он говорит, это не популизм, это волюнтаризм. Вот это тот экономический волюнтаризм, который мешает полноценной национальной среде, там, и коммерциализации, и защите прав собственности, и выработке, значит, новых идей, которые будут внедряться, и, соответственно, создание среды, которая будет предъявлять спрос на эти самые новые технологии и так далее, и так далее. И вот этот знак качества, вот эти все попытки, давайте там меры нематериального стимулирования, давайте какие-то общественные бригады, там, ну, каким-то бредом заниматься, когда, на самом деле, как я уже сказал, нет просто никакой возможности сказать о главной причине, системной причине, вот, и ее решать. Вот это вот ощущение просто разлитое в воздухе позднего Советского Союза. Вот, как бы, возвращаясь к тому, с чего я начал, вот это вот удивительное совершенно ощущение того, что наше будущее стремительно напоминает наше, значит, темное прошлое, и то, что экономика с каждым электоральным циклом, у нее все меньше сил дотянуть до вот этого электорального цикла. То есть, если раньше ее хватало на 5 лет вот этой административной судороги, вот она как-то ей давали, там, волшебный пендель, да, она долетала, ну, а потом, значит, как-то, ой, кризис. Еще раз говорю, вот ощущение такое, что... И это же не какие-то отдельные, знаешь, там, маячки или что-то еще. Это начинает становиться заметным буквально во всех сферах и отраслях. Я думаю, что ближайший год это будет история о том, как все больше и больше мы будем видеть этих признаков того, что
как-то не удается дотянуть до этой самой заветной черты. Ну, не смогла. Вот. Что не мешает нам строить прекрасные планы о том, как к 40-му году мы заживем, нужно просто потерпеть до 31-го. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем программу «Чалая экономика». А чтобы не пропустить ее новые выпуски, следите за Ютубом и социальными сетями Белорусского расследовательского центра. С вами были Сергей Чалый и Ольга Лойко. До побачення. Всего доброго. А если вас интересует не только экономика, приходите на YouTube-канал «Чалый Лайф» и смотрите там наши выпуски нового вечернего общественно-политического шоу «Ночь с Чалым».